Окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб Криму та на аеродроми РФ. Таку активність зафіксовано після серії вибухів на об'єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова. Зокрема, на території аеродромів біля САК 9 серпня та Гвардійського 16 серпня, повідомило вже згадане сьогодні головне управління розвідки Міністерства оборони. За даними відомства, росіяни вже передислокували не менше ніж 24 літаки і 14 вертольотів. Під час перельоту літак Міг-31 зайнявся, імовірно, спалахнула головна силова установка і навігаційне обладнання. Зрозуміло, чому переміщують, власне, тому що дістаємо або ж знаходимо можливості наземно якось так справити таку операцію, яка на аеродромі зробить, щоб техніки було менше. Але на ділі бояться отримання атакамсів про політичну надію, на які заявляє, зокрема, Резніков, чи як інакше трактувати оцю заглиблення в Крим? Зрештою, він же й закінчиться колись. Ну да, атака МС и так далее, это всевозможные атаки, мероприятия, нужно не забывать, что есть очень много способов воздействия, то есть помимо ракет, про которые много уже говорили, вот есть и дроны, и диверсии, и дроны камикадзе, и большие ударные, а если есть маленькие, ну я говорю про беспилотники, вот и так далее. Естественно, диверсии непосредственно там, плюс агентура, то есть там покупка. Можно просто подкупить на местах как бы, людей. Так или иначе, мы видим, что эти атаки происходят, эти события в Крыму происходят. Да, это очень логично, то есть они понимают, перемещают, пытаются спасти. Кстати, это очень напоминает то, что они с флотом сделали, когда они его отвели от Одессы, как раз в порты, вот, пытаясь его укрыть. То есть мы видим такую интересную вещь, что как только появляются инструменты у ВСУ, то есть воздействие, чем дольше эта рука ВСУ увеличивается, тем мы видим, как они ретируются. То есть они не пытаются как-то вот бороться. То есть они не пытаются держать флот под Одессой, нанося удары, пугая, создавая иллюзию высадки, и пытаются отражать ракетные атаки, там, теряя корабли. Ну, то есть ведут боевые действия, грубо говоря. Да? Пытаются вычислить так наши противокорабельные ракеты и нанести по ним, скажем, удар с помощью самолетов. Ну, например, вот так бы делали, не знаю, в США, например. Да? Мы видим, как только есть небольшой на них уже такой тыск, вот, ну, давление, они сразу отходят. То есть они сворачивают. Поэтому с самолетами то же самое. Обратите внимание, это не логика хищника. То есть сейчас мы вот вычислим и уничтожим. Найдем, агентуру всю вычистим, ракеты все обнаружим, агентов с дронами и с беспилотниками тоже найдем и нанесем удары. Нет, сворачивание и ретирование. Поэтому очень ожидаемо. Вот, да, мне с самолетами напомнило, как с флотом. Ну і продовження, власне, щодо ударів по Криму. Нагадаємо заяву, зокрема, Резнікова. України немає обмежень щодо ударів по ворогу в Криму. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, наша держава зобов'язалася не використовувати західної зброї на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях партнери не накладали. Крім того, Резніков висловив сподівання, що Україна отримає, як я вже казав сьогодні, снаряди «Атакамс» для установок «Хаймарс», здатні бити на 150 і 300 кілометрів. Ну, але якщо підсумувати і повторити нам вже і з вами, зокрема, в таких от вечірніх ефірах проговорене, на зараз чим може Україна, власне, цілити по російських військових точках у Криму? Ну, я уже сказал, это беспилотники, дроны, это ракеты, вот, которые относятся как раз к Хаймарсам, вот, или МЛРС-системы 270, М-270. Просто часто говорят, ты там 84 километра, вот, забывая, а часто не зная, что это заводская гарантия минимальной дальности, ракета летит дальше, на самом деле. Вот. Плюс, если мы посмотрим вот, в пакетах помощи, какие ракеты идут, там написано ракеты к Хаймарсу, не написано какие. А ведь это не только у вас 80 километров или 300. Есть промежуточные варианты, да, 150 упомянутые уже. Вот, плюс, естественно, ракеты ХАРМ противорадарные. Это 150 километров, если вы с воздуха их запускаете. Вот, это вот из такого публичного. Вот. Ну, кстати, даже дрон Камикадзе какой-нибудь, он запросто у вас может лететь 100 километров. Ну да, я с точки У не поминал 120 километров, но это уже как бы классика. Это вот то, что с чем ВСУ начинали большую войну. Так вот, дрон Камикадзе у вас может запросто лететь и 100 километров, какой-нибудь беспилотник, вот, ударный и так далее. Плюс это не какая-то огромная машина, которая требует инфраструктуры, то есть вы можете где-то его запускать, вот, ваши агенты могут запустить. Есть же тоже версия, что удары с территории самого Крыма оккупированного наносятся по самому Крыму.
Вот там есть вот анализ вот насчет некоторых там вот атак и пожаров, что как раз агентура или симпатики, возможно, ну кто-то вот запускал дроны прямо с территории самого полуострова оккупированного. Это тоже возможно, это тоже вероятно. Тут важно другое. Тут важно, во-первых, две вещи. Ну, первое, я уже много раз говорил, повторю еще раз, это результаты, то есть то, что сгорают у них базы, склады БК, самолеты, а то, что не сгорело, они отводят. Ограничены их возможности. Это первое. А второе, очень важно, это реализация. Мы видим, что Украина получается реализовывать, то есть сохранять боеспособность не просто, а переходить вот в контрнаступление. Если до этого там какой-нибудь склад сгорал где-нибудь на территории Ордло, и все радовались, вот Украина смогла достать с помощью хаймарсов, и все говорили, а вот в Крыму, если что-то случится, как же поступит Россия? Да, это территория оккупированная, и да, Украина, естественно, не признает ее частью России, но там, но, американцы, что имели в виду американцы, когда говорили не атаковать территорию России? И сейчас мы видим в Крыму каждый день события серийно. И что, и где, и как. Но у нас Шойгу подчеркнул, что тактическое ядерное оружие они использовать не будут. Но это сигнал был, естественно, не для Украины, а для НАТО, потому что они боятся упреждающего удара натовского ядерного. Вот. Поэтому это очень хорошая тенденция. То есть вот это второй момент, про который я хотел сказать, это реализация тенденции. Вот. Мы видим, что это реализация, оружие происходит блестяще. Не только оружие, но и возможности, мощностей. Вот всего, от агентуры до всевозможных систем, ракеты, дроны и так далее. Вот, и дальше посмотрим, как будет дальше тенденция. Если у нас тенденция этого была до этого, вот, Киев за 3 дня захватим, а сейчас давайте валить из Крыма. Вот, и очереди большие, пробки на Крымском мосту.